Привет, друзья мои. Обзор сегодня по Шапять 115. По свежим Шапять 115, 17-й год. Продавал их в свое время Thunder Motors. Это официальный дилер КамАЗа. Я работал там очень давно начальником отдела продаж и закупок. Что по частям, что по КамАЗам. Было очень давно, и неправда, да? Вот, машина 17-го года с пробегами 3-4 тысячи. Сейчас мы заведем, все покажу. То есть машина, можно смело назвать ее новая, но все-таки с маленьким-маленьким пробегом. Евро-2. Евро-2 260, ну, кобыл 740.30, двигатель топливная язда, коробка 154. Состояние, видим, что оно идеальное. Единственное, что вот по кузовам немножко пошарпано. А так в целом все достаточно отлично. Двухместная, без палки. Рестайлинговая кабина. ТСки, вон буква H, то есть это означает, что 17-й год. Ну, это для тех клиентов, кто вот хочет купить новое, прям новое, и это можно сравнить как альтернативу. То есть гарантии еще есть, 17-й год, на дворе у нас 18-й год. Ну что? Ну что, друзья, заведем одну. Если надо будет, заведем и вторую. Видите, без ПЖДшки сразу даже. Минус 15 у нас. Все завелось хорошо. Пробег все-таки 4500. Повторюсь, что машина на гарантии. С тахографом. С тахографом.